Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что для школьников Кинеля урок мужества провел ветеран СВО Владимир Пудов. После срочной службы в армии он заключил контракт и ушел на военную службу. На СВО отправился в числе первых. Рассказывать правду о специальной военной операции и говорить о подвигах российских военнослужащих со школьниками и студентами Владимир считает своим долгом. В своем городе он ведет большую работу по патриотическому воспитанию, а также поддерживает бойцов и их семьи. Сразу после возвращения стал соцкоординатором фонда «Защитники Отечества». В Телеграме появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники рассылают пользователям интригующие сообщения с фотографиями. Например, «Привет, это ты на фото». После того, как владелец смартфона скачивает файл, на его смартфон устанавливается вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенники получают доступ к чувствительной информации, персональным данным и прочим секретным вещам. Так что, получив подобные сообщения от незнакомца, смело отправляйте его контакт в бан. Целью будут ваши деньги на карте. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что медицинские работники Самары могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Это касается молодых специалистов в возрасте до 35 лет в течение первых 3 лет после окончания обучения. Категории получателей – участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, врач общей практики, медицинская сестра участкового врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики. Для оформления выплаты нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения.